что, у нас еще очередное видео. Хочется показать достоинство самоотливного кокпита. Вот, в данном случае вы видите, они наливают воду и сымитируем. Что мы там сымитируем? Шторм пятой чего? Категории? Пятой категории. Хорошо, пускай так. Или цунами. Сымитируем. Очень вот. И мы... районов Флориды, Калифорнии. Багамских островов. Да, поэтому мы сейчас это попробуем сымитировать, как нашу лодку, заливая там достаточно большим количеством воды. Вот, и что при этом происходит. Значит, что мы ожидаем? Ожидаем то, что при накрывании волной, значит, лодки, к примеру, или там вдруг ливень такой огромный, или может быть действительно какая-то волна там и так далее, да, да, у нас из кокпита сразу же выливается вода не к насосу, к аварийному, а сразу за борт. За счет того, что лодка оборудована самоотливным кокпитом, с двумя шпигатами в кормовой части, с выходом прямо вот на воду. Эксперимент проведен, выводы можно сделать следующие. 240 литров воды, которые вылили в кокпит, покинули пределы кокпита через два шпигата за меньше, чем за минуту.